наши последние тренировки, они направленность имеют такую, чтобы больше работать над завершающими ударами и над созданием моментов, которые, к сожалению, у нас в этом году очень мало. Юрий Михайлович, расскажите про новичков, как они адаптировались в команде, как влились в тренировочный процесс. Каждый из них с большим именем футбольным, они никаких проблем не испытывают. Другое дело, им адаптация нужна, как иностранцам в России. Ну и Федор Смолов – это игрок, под которого не то, что мы должны подстраиваться или он подстраивается, просто найти взаимопонимание между игроками и все. Юрий Михайлович, все-таки пока еще без побед домашних у нас в сезоне. Может быть, что-нибудь скажете нашим болельщикам? Наших болельщиков мы сами по ним соскучились. Они соскучились по победам. Мы тоже самое. Мы постараемся их порадовать, а просто хотим их увидеть как можно больше. Не то, что приглашаем, а просим, чтобы они пришли. И действительно в этом матче мы чувствовали, знаете, единое целое. Болельщики, команды, стадион.